Добрый день, дорогие друзья! Сегодня опять теплый солнечный денек, ну для осени теплый. В самом деле на улице всего лишь плюс 7. Дорогие друзья, сегодня хочу позаниматься одним увлекательным делом и приглашаю вас поучаствовать в этом процессе. Чем же я сегодня буду заниматься? Буквально совсем недавно я производила обрезку по своему саду, и у меня собралась большая-пребольшая куча веток. Именно сегодня я планирую все эти ветки, ну, может, не чисто сегодня, может, и не за раз, конечно, я это все сделаю, может, еще останется немножко и на завтра, но опять же, по возможности хочу сегодня измельчить данные ветки и использовать их по назначению. Измельченные ветки я уже показывала, что я использую как мульчо. Подсыпаю их между цветов, между кустарников для защиты земли от пересыхания, что касается летом, для сохранения влаги. Если брать в расчет именно весну, для того, чтобы земля не пересыхала, опять же, и мои растения не так сильно вымерзали. Мульча полезна и для этих целей, но и еще для того, чтобы меньше росли сорняки и облегчить себе потом процесс именно работы, в плане того, что меньше прополки. Смотрите, сколько полезностей является в этой вот куче веток. Для меня, конечно, это полезно, это красиво, ну и продуктивно. Много, конечно, кто ветки после обрезок просто сжигает, просто выбрасывает, просто, как я говорю, пускает на ветер. Я же их использую. Давайте немножко сегодня вместе потрудимся и сделаем хорошее и красивое дело. Чтобы измельчить ветки, я использую такой вот садовый измельчитель. Это измельчитель фирмы Makita, электрический. Смотрите, вот здесь вот указаны его характеристики. Данный измельчитель очень удобный. Плюс ко всему у него есть несколько кнопок в плане включения, выключения и обратная подача. То есть, если какая-то ветка застряла, не надо самим доставать ее, достаточно нажать на кнопку, и мотор работает в обратном направлении, и ветка обратно выходит. Сам аппарат достаточно, конечно, увесистый, достаточно тяжелый. Вес его 29 килограмм 700 грамм, то есть практически 30 килограмм. Так вот выглядит сам мой агрегатик, и дальше вам покажу его уже в деле. Для работы я уже, дорогие друзья, подготовилась, переоделась, одела, конечно же, перчатки и взяла секатор. Будем включать и приступаться к делу. Вот так, дорогие друзья, выглядит моя мульча сразу же после измельчения.
поскольку я измельчаю ветки сразу с листьями, соответственно, мы видим не только вот такие вот измельченные кусочки, но и листву. В принципе, листва тоже очень полезна. Она идет как перегной, она перегнивает и, соответственно, добавляет почве питательности. Сейчас я это разложу по земле и покажу вам, как это выглядит именно уже на самой земле. Вот так, дорогие друзья, это выглядит уже в уложенном на грунт варианте. Со временем листва, она больше опадает за счет дождей к земле, и сверху остается только сама мульча, сами деревяшечки. Одного ящичка мне хватило буквально на метр моего цветника. То есть не так уж, конечно, и намного, но опять же, данные ветки не просто выброшены, а пошли в дело. Здесь у меня уже было проложено раньше. Смотрите, здесь листьев уже нету. Осталась только сама мульча. Так вот выглядит в более давнем варианте. То есть буквально данную мульчу я пролаживала еще летом. Сейчас она выглядит вот так. Здесь у меня грядка еще проложена только наполовину. Буду сейчас заканчивать с этим участочком. И, соответственно, использую все свои обрезанные ветки. Еще, дорогие друзья, буквально одна важная информация, что касается вот данной кучи веток, это то, что если ваши многолетники либо деревья чем-то болели, конечно же, данные ветки нужно либо сжечь, либо перед тем, как их использовать на мульчу, обработать. Для того, чтобы грибки, заболевания не занести себе водород, себе в цветник, а использовать действительно полезную и безопасную мульчу. Дорогие друзья, данная модель садового измельчителя может измельчать ветки диаметром до 4,5 см. В принципе, производитель сам это предусмотрел, сделав отверстие, в которое вы в любом случае не сможете всадить ветку больше, чем заявлено производителем. Данная информация, кстати, указана вот здесь тоже на упаковке, на этикетке. Кроме того, что на этом измельчителе я измельчаю ветки деревьев, как плодовых, так и декоративных, которые я обрезаю. Также я через него пропускаю и многолетники. То есть, допустим, вот здесь растет у меня пасконник, вегетация у него заканчивается. То же самое и клопогон. В принципе, очень много таких многолетников, которые после их вегетации мы их в любом случае обрезаем. И тут два варианта. Либо мы их просто сжигаем, либо выбрасываем на компост, либо в моем случае я их просто измельчаю и опять же использую их как в круговороте природы, что все идет на свое, по своему назначению. То же самое и у меня. Я это использую как мульчу. И вот получается вот такой вот вариант. Меня, в принципе, абсолютно устраивает, как выглядит данная мульча. Моим растениям, которые растут прикрыты данной мульчой, тоже это нравится. В принципе, я не вижу в данной ситуации никаких минусов, одни только плюсы. Поэтому
могу вам посоветовать тоже использовать все ненужное в нужных целях. В нашем случае это ветки, стебли многолетников, которые можно и измельчить и пустить на мульчу. Красиво, полезно, защищает от сорняков, защищает от испарения влаги, защищает от перегрева почвы. Очень много, конечно, плюсов, которые я нашла в данном исполнении. Знаете, честно скажу, дорогие друзья, все свои новые инструменты, новые агрегаты я приобретаю, ну, можно сказать, как подарок на день рождения. То есть, в принципе, данный садовый измельчитель мне был тоже подарен на день рождения. Я отношусь к такому роду девочек, которые выбирают действительно ценные и нужные подарки. Поэтому у меня мой инструмент ежегодно пополняется достаточно нужным, полезным, которое облегчает мою жизнь. И радует меня за счет того, что большинство работ я делаю намного быстрее и с большим удовольствием, и намного легче, нежели я делала это раньше, пока у меня не было такого инструмента. Дорогие друзья, если вам нравится то, что я снимаю, о чем я говорю, о чем я рассказываю, подписывайтесь на мой канал. Комментируйте. На канале еженедельно выходит новая информация, новое видео, а бывает и несколько видео за неделю. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Всем пока-пока!